когда проходили лицензирование и экспертизу от Роспотребнадзора, то здесь ни одного практически замечания не было, поэтому легко мы вышли с этим делом. Пойдемте еще дальше. Небольшую экскурсию для местных жителей, депутатов, руководства округа и заместителя министра здравоохранения Подмосковья Елены Зинатулиной проводит главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Актуальное уже расписание. Вот мы пишем, видим там на 9, 10 января, там 12, ну и так далее. На весь, практически на весь январь уже с конкретными врачами, какое время работают, в каком кабинете. Несколько лет жители микрорайона «Зеленые аллеи» мечтали о том, чтобы у них появилась своя поликлиника. Добираться до других, особенно пожилым людям, было нелегко. Весной начала проходить диспансеризацию и вынуждена была бросить, потому что далеко ездить. Вот. Ездила на Расторгуево в дневной стационар. Тоже очень далеко, очень подручно, нужно было с пересадками и все прочее. Дом, в котором расположена поликлиника, был возведен еще в 2018-м, а вот строительству амбулатории был дан старт лишь в начале прошлого года. Долгожданная поликлиника – поистине новогодний подарок для жителей ЖК «Зеленой аллеи». Сегодня мы ее, как и обещали, открываем в конце года, и уже завтра, 31 декабря, здесь начнется прием. Застройщик возводил поликлинический комплекс в строгом соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Работа велась в тесном контакте с руководством округа и ВРКБ. Каждый, да, и на память себе мешочек можете оставить. Теперь жителям доступны врачи-терапевты, невролог, эндокринолог, офтальмолог, лор, хирург, травматолог, а также процедурные кабинеты, УЗИ и дневной стационар. Лечебное учреждение полностью укомплектовано необходимым оборудованием. Дефицит в Ленинском городском округе по амбулаторно-поликлинической системе, именно мощностей поликлиник, в действительности не хватает. И поэтому эта долгожданная поликлиника особо посещение смену является одним из таких нужных, необходимых объектов здравоохранения, которые будут оказывать квалифицированную помощь и тем самым улучшить доступность оказания медицинской помощи в городе. Сегодня в микрорайоне «Зеленой аллеи» проживает около 12 тысяч человек, а потому уже на праздниках жители начали активно записываться на прием и посещать врачей. На сегодняшний день в новой поликлинике уже побывало более 300 пациентов. Не надо будет так долго ходить, подолгу ждать своего врача, чтобы попасть к специалисту. Очень тяжело. Ну, мы довольны, мы рады. Спасибо большое всем, кто помог, кто принимал участие в строительстве. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.